Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров посетил предприятие по первичной обработке шерсти «Енисей Групп» в Аламединском районе Чуйской области. В ходе ознакомления было отмечено, что производственная мощность завода составляет 700-800 килограммов готовой продукции. Акылбек Джапаров отметил, что поддержка отечественных предприятий – одно из приоритетных направлений работы Кабинета министров и выразил готовность оказать содействие в дальнейшем продвижении продукции, выпускаемой на предприятии. Глава Кабмина добавил, что малым предприятиям, которые нуждаются в запуске продукции, государство обеспечит выдачу кредитов через государственные банки по гибким условиям и процентам. На территории предприятия есть химическая сырьевая лаборатория, которая проводит контроль качества выпускаемой продукции и его соответствие технологическим требованиям.